ТНМ – стадии для раков молочной железы. Мы поговорим, что обозначают Т – тюмор, Н – лимфатические узлы, М – метастазы, и какие 5 стадий существуют у раков молочной железы, как это правильно читать, как это влияет, во-первых, на диагностику, как это определяет схему и тактику лечения, как это влияет на прогноз, на контроле постактивной фазы лечения и каким образом можно разобраться и понять, что означает ваш диагноз и что вас ждет впереди, насколько все опасно или же наоборот жизнеутверждающе. Давайте сейчас подробненько все это рассмотрим. На канале есть масса видео, посвященных ракам молочной железы. Их гистологическая классификация, молекулярной классификации, что такое рецепторы гормонов, как это все влияет на выбор лечения, что такое онкотайп, специфическое исследование. Да? Есть видео о локации, есть о факторах риска, образе жизни, симптомах, о профилактике, скрининге и прочем. А с вами Екатерина Базулева, я управляющий директор компании Balhop Consulting «Лечение в Бельгии». И я делюсь с вами на данном канале профессиональными знаниями, которые я получаю от врачей для пациентов, проходящих лечение в Бельгии, а также делюсь личным опытом как бывший онкопациент. 20 лет назад я победила онкологию и осталась в этой профессии. И хочу, чтобы вы также располагали знаниями и были информированы обо всех вот таких вот нюансах и деталях, которые позволят вам победить эту болезнь. Рак не приговор. Я считаю, что именно информированность пациента – залог успеха. То есть только зная и понимая, с чем вы имеете дело, вы можете победить эту болезнь. Поэтому только в ваших руках отменить этот приговор. Именно ваша информированность, ваша вовлеченность и ваше наличие или отсутствие знаний определяют исход этой борьбы. Поэтому приглашаю вас на свой канал, подписывайтесь, пересылайте, ставьте лайки. Только так YouTube понимает, что канал полезный и видео интересные. И давайте возвращаемся к теме сегодняшнего видео. Итак, ТНМ именно для рака молочной железы, потому что на канале есть вот эти классификации для всех опухолей в целом. Да? Но когда мы говорим о раке молочной железы, тут также все в целом, общие параметры похожие. Да? Т-тюмор – это опухоль, и вот это вот Т у нас им измеряется в сантиметрах, и показатели идут от 0 до 4. У нас есть промежуточные стадии TX, где первичная опухоль, она как бы без определения, да, то есть мы ее не можем локализовать. T0 – это данные также отсутствуют. Есть еще TIS – это карцинома инситу. Это у нас в данном случае речь идет о неинвазивной протоковой карциноме. Вот, то есть это только самая начальная стадия рака с очень хорошим благоприятным прогнозом. Также ТИС относится к раку Пэджета. Это одна из редких классификаций рака молочной железы, которая затрагивает область соска. То есть в данном случае, хоть у нас классификация и маленькая, это определенный такой вот знак для тревожности, потому что в этом случае у нас радикальная мастектомия, и меры нужно принимать даже при маленьких показателях. В остальных случаях у нас идет градация по Т1. То есть Т1 – это все, что у нас от 20 мм и более. И вот, соответственно, есть еще у нас микроопухоли, да, которые от чуть больше миллиметра, но до него. Вот. Т1А – это опять же у нас идет классификация от 1 мм, но до 5. Т1Б – от 5 мм до 10. Т1С – от 10 мм до 20. Да? То есть тут мы идем, вот как бы, казалось бы, шаг такой маленький, да, вот буквально какие-то считанные миллиметры. Но это нам позволяет оставаться вот в этой вот Т1 классификации.
то есть с благоприятным, наиболее благоприятным прогнозом. Да? Дальше мы переходим в стадию Т2, где уже, видите, у нас вот этот порог, он у нас намного выше идет, да? То есть это уже больше 20 миллиметров, но менее 50, то есть это от 2 до 5 сантиметров. И, соответственно, Т3 это все, что больше 50, а вот уже четвертая стадия нам говорит о том, что мы, как бы, опухоль вышла за пределы органа, и она распространяется на грудную клетку, то есть она уже вышла за пределы самой груди. Вот 4b говорит о том, что она проросла в кожу, 4c говорит о том, что и грудная клетка, и кожа поражены, а 4d говорит о том, что это уже переросло у нас в воспалительный рак, который у нас тут же присутствует и в редких раках, да, но имеет тенденцию и переходить, соответственно, из других опухолей, то есть когда идет именно уже воспалительные процессы на уровне груди. Вот, то есть это то, что касается состояния опухоли. Да, то есть каждый раз у нас вот эта вот буковка, да, вот в этом случае Т, да, она у нас говорит о том, как у нас себя ведет опухоль. Буковка N дополнительную нам дает настройку информации о лимфатических узлах. И вот когда мы говорим о раке молочной железы, то тут у нас важны подмышечные лимфатические узлы. Это то, что считается локальными лимфатическими узлами, специфическими для рака молочной железы. Итак, подмышечные лимфатические узлы, над- и подключичные лимфатические узлы, под грудной костью, вот здесь вот тоже есть сетка лимфатических узлов, внутри грудной клетки лимфатические узлы. То есть вот эти вот все лимфатические узлы, они либо содержат, либо не содержат вот эту вот экспрессию вот этих раковых клеток. И, соответственно, вот эта градация, она имеет всего лишь от 1 до 3 классификацию. Вот. И в этом случае у нас получается ситуация следующая. То есть, если у нас идет оценка лимфатического состояния лимфатических узлов до операции, да, то тогда у нас перед N ставится такая маленькая C. То есть это значит, что это оценка до хирургии, да, то есть это приблизительная оценка. То есть когда хирургия, у нас уже идет анализ самих лимфатических узлов, и в них либо эти клетки есть, либо этих клеток не обнаруживается. И отдельное видео у меня посвящено методике сторожевого лимфатического узла, которая применяется в том числе и для раков молочной железы, именно для того, чтобы понять, нужно ли удалять все последующие лимфатические узлы или достаточно ограничиваться вот этим вот сторожевым лимфатическим узлом. Потому что при удалении всей сетки лимфатических узлов есть риск возникновения лимфостаза, то есть отечности той конечности, со стороны которой удалены лимфатические узлы. Кстати, на эту тему у меня есть отдельное видео о том, как добиваться профилактики вот этой вот лимфоденопатии и какие упражнения делать дома. Обязательно смотрите, я в конце видео приложу ссылочку. Итак, лимфатические узлы у нас либо они не оценены, либо N0, то есть этих признаков у нас нету. Или в лимфатических узлах найдены клетки, но их буквально 0,2 миллиметра, эти клеточки, то есть они совсем маленькие. А вот первая стадия у нас уже классифицируется, если у нас от 1 до 3 подмышечных лимфатических узлов или внутри грудных лимфатических узлов поражено. Есть еще микрометастатический рак, он тогда определяется N1MI, да? Но это когда у нас вот буквально вот эти вот клеточки от 0,2 мм до 2 мм, то есть совсем микроскопические, поэтому и название, да, такое. Когда мы переходим к N2, да, то есть ко второй стадии, да, то в этом случае у нас от 4 до 9 подмышечных лимфатических узлов поражено вот этими вот клетками рака. Или же у нас на внутригрудных лимфатических узлах
есть поражение, но при этом тогда подмышечные лимфатические узлы чистые, да, то есть или-или. И уже третья стадия, да, это тогда, когда у нас идет поражение 10 и более лимфатических узлов подмышечных, или же у нас идет поражение над и подключичных лимфатических узлов, или под грудной костью, да, вот эти вот лимфатические узлы задетые. То есть вот у нас как бы такая вот дорожная карта получается. Еще одной, вот уже третьей надстройкой, да, у нас в данном случае является М, да, то есть метастазы. И тут все еще меньше, да, то есть так вот вы обратите внимание, да, что если здесь у нас было от 0 до 4, здесь у нас от, ну, фактически от 0 до 3, а здесь у нас от 0 до 1, то есть либо есть, либо нету. Вот, и, соответственно, метастазы, МХ это если нет возможности по какой-то причине их определить, М0 это значит метастаз у нас не наблюдается, М0I+, это нет клинических, то есть это такая специфика именно для метастазов, то есть у нас нету клинических рентгенных данных в пользу метастаза, да, то есть мы их не видим пока на картинке, но при этом в крови или в костной ткани мы уже можем вот эти вот метастазы определить, да, то есть они очень маленького размера, но тем не менее поддаются вот такой вот как бы вот такому просеиванию, да, то есть тогда мы понимаем, что все-таки проблема уже более широка. И вот М1 это когда у нас уже есть признаки метастаз в других частях тела или в других органах, вот. И, соответственно, для раков молочной железы излюбленные места для метастаз – это, во-первых, позвоночник, кости позвоночника, то есть это кости, позвоночник, таз, это яичники, вот, это мозг, легкие, печень, а также кожа и грудная клетка, то есть, ну и, соответственно, лимфатические узлы локальные и региональные, то есть локальные, это которые присущи, про которых мы поговорили, для рака молочной железы, а отдаленные это уже как бы свойственно другим органам. Следующее видео будет посвящено стадиям рака молочной железы, потому что помимо вот этой вот стадийности под ТНМ, опухоль, лимфатические узлы и метастазы, есть еще и дополнительные стадии, которые более подробно классифицируют состояние рака молочной железы. Но не буду перегружать это видео, сделаю отдельно.